Всем привет! Это видеообзор миски для животных фирмы Trixie. Называется она Binordic, быть норвежцем. Объем этой миски 0,2 литра. Сделана она в Китае, сделана из нержавеющей стали. Я очень довольна покупкой. Расскажу почему. Во-первых, эта миска имеет два лоточка. Значит, есть подставка. Она из упругого плотного пластика, имеет миска прорезиненный край, миска никуда не ездит. Вот такая стабильная подставка. Здесь есть выемка под пальчик, вам удобно будет ее брать. И вот такие две мисочки. Мисочки вы можете менять, мыть. Одну вы помыли, другую поставили сушиться и все замечательно. Вам нужно убрать миску, когда животное не доело. И чтобы не высыпать, вы можете вот так накрыть. И вот мисочка ждет своего часа. Вот такая мисочка. Спасибо вам за внимание.